We are here overlooking the Medeo Ice Rink here in Almaty, Kazakhstan. It is the highest altitude ice rink in the entire world. And after claiming the bronze medal in the 1500 meter event, Kazakhstan's Yekaterina Aidova will now race in the 1000 meter event. We will see if a sold out hometown Kazakhstan crowd will help or hinder her performance today. Да, это когда очень много народу на стадионе, это конечно, это помощь эмоциональная. То есть по дистанции ты бежишь и чувствуешь поддержку, что за тебя болеют, переживают, и тебе хочется бежать быстрее, быстрее. Ну, ощущения хорошие от Медео в частности. Может быть, немножко не повезло с погодой, буквально два дня, так как вчера было хорошо, на 500 метров солнце. Сегодня снег и немножко холодно. Вот. А так, в принципе, все хорошо. Атмосфера на стадионе просто супер. Очень много болельщиков. Я рада, что у нас народ умеет уже научился поддерживать спортсменов. Здорово, это моя родная страна, и мне приятно, что я смогла внести свой вклад в, как сказать, в количество, да, медалей вообще в общекомандном зачете именно в Казахстане. Пускай это бронза, но она для меня с таким немножко золотым отливом, потому что эти дистанции мне было бежать тяжело не только психологически, но, может быть, где-то и физически, так как у меня была операция. И сейчас я себе каждый раз доказываю, что я могу быстрее и быстрее.